Крест Христов – это, если хотите, компас, ориентир духовной жизни. Именно поэтому поклонение кресту началось с глубочайшей древности. Обретение креста связано с деяниями императрицы и сына ее. И, конечно, эти замечательные деяния императорской семьи, которые положили начало всеобщему поклонению кресту Господню, сегодня также в нашей памяти благодарны, и мы им поклоняемся, как тем, кто явил миру крест Господень. Но и каждый из нас, полагая крест в виде жизненного ориентира, своей жизнью, которая идет либо по направлению к Богу и к небу, либо в обратном направлении, сам либо прославляет Христа распятого, либо вместе с неблагоразумным разбойником и этой кричащей толпы у Голгофы встает на сторону, кто отвергает великую спасительную жертву или ею пренебрегает, даже будучи формально верующим человеком.